Пам'ятаєте, він один раз в Дніпрі намагався пробити штрафний, то мені здається, Руслан Рудань до нинішнього дня, от коли згадую, то намагається це все сміятися. Але в Селізньову є набагато більше яскравих, так би мовити, факторів, які дозволяють йому грати на дуже високому рівні. І цього року могла здійснитися його мрія. Ми коли зустрілися після матчу з Чехією, він нам про це розповів, що була дитяча мрія, яка могла реально реалізуватися цього року. Про яка це мрія? Про що мріяв Селізньов і чому вона не сталася у наступному матеріалі? Галатасарай – моя мрія. Так днями написав Євген Селізньов у своєму інстаграмі. Дуже несподівано, як для українського футболіста. Не Реал чи там Барселона, а турецький Галатасарай. З дитинства я болів за цю команду. За Галатасарай? Да, я пам'ятаю, що по Луческу тренував їх. 2001 год, насколько я помню, когда с Реалом Мадридом еще стадион был Алиса Миен, и не такая большая надпись была «Welcome to Hell», «Добро пожаловать в ад». И это я запомнил, они обыграли тогда 3-2, я не знаю, мне что-то как сейчас стоит это в память. Я сказал, я когда-то сыграю при таких болельщиках, ну, в этой команде. Ну, я сказал, естественно, не так, что вот все, я 100% все, но это как бы мечта была. Вже згодом пост довелося видалити через занадто емоційну реакцію болівальників Акхісара. Болівальники реально образили, що ти так хотів Галатасарай? Ну так, да, для них тяжело. Ну, то, що мені говорять, пишуть в інстаграмі, так. Да. Погані дуже речі, так? Да? Ти знаєш, добре, що я турецького не розумію. Ну, говорять, що так. Да. Ну, нічого страшного, я це переживемо. Забив 1-2 гола, обратно полюбить. Я просто не хотел их обидеть, самое главное. Я просто хотел, чтобы меня поняли. Я просто хотел, чтобы меня поняли. Я хотел сделать шаг вперед. Я не хотел кинуть никого на полпути. Я думаю, я помог им достаточно. Я хотел объяснить свою позицию. Такие предложения делаются не каждому. Надо же понимать, что это за команда. Это Лига чемпионов. Меня берет Фатих Терим. Ну, это большой тренер, как в Турции называют император. Это полный стадион. Это история сумасшедшая команда. Это красивая, у меня было хорошее начало карьеры в «Шахтере». И красивое завершение. Почему нет? Я много работал для этого. Селезньов вже неодноразово забивав у ворота Галатасарая за Ахісар. І всі м'ячі були вирішальними. 3 голи у півфіналах минулорічного Кубка Туреччини, плюс 1 у Суперкубку, який остаточно переконав керівництво стамбульського «Гранда». Почему я именно хочу? Ну, почему они прислали последний день предложения? Ну, я же не руководитель этого сра. Ну, и они же ее прислали. Зараз получилось то, что получилось. Я уже не хочу говорить, я уже все равно сейчас ничего не сделаю. Уже есть то, что есть. Просто тут даже само получить предложение в 33 года, да, там, просто официальное предложение без участия и там... Не то, что там мне агенты предлагали, а именно Галатасараев на клуб мне. Значит, что, значит, заслужил это. Така гра Селезньова перевернула увагу не тільки босів Галатасарая. Екс-тренер цього клубу і екс-тренер Селезньова Мірча Луческу теж подзвонив. Містер, якщо ви не забули, тренує збірну Туреччини і у Стамбулі одна з найбільш шанованих футбольних персон. Он мне набрал, он мне сказал, на данный момент ты лучше нападающий в Турции, когда вот после Басикташа он увидел игру. Я его поблагодарил за то, что действительно он мне многое дал, хотя там в «Шахтере», может быть, и я неправильно себя с ним вел. И, ну, были моменты, но я ему действительно сейчас, может, мудрее стал, я благодарен ему, что он очень многое мне дал в плане головы в футболе. Очень многое. И я сказал, и в интервью в Турции я говорил, что спасибо большое Луческу. Это очень мудрый тренер. В плане тактики, взагалі? Тактика, футбола, мышления, всего. Это великий тренер. У свої 33 Селезньов змінив своє ставлення до труднощів і почав ще більше працювати над собою. Мається на увазі фізична праця над фізичною формою. Это рискованно после перелета. Мне было тяжело. Ну, знаешь, когда летишь в одну страну, полноценную нагрузку ты не получаешь, ну, ты понимаешь, что ты не можешь выпадать. Ты не можешь выпадать из этого цикла, если ты выпал, потерял 3 дня, 4, тебе уже потом тяжело это все.
Поэтому я не мог не пойти сегодня, я пошел, и потом тренировка. Конечно, ноги были не такие свежие, но я просто понимаю, что на будущее мне лучше будет. У меня в жизни попадаются разные моменты. Ну, я не могу сказать, что они плохие, да, ну вот они меня учат. Я только могу сказать некоторым людям, я не хочу озвучивать никого, и эти моменты, они делают только меня сильнее. Это бывают разные моменты, любые, когда что-то, вот вроде как, можно сказать, и не получилось, и непорядочно, неправильно, не по-человечески. Просто они, эти моменты делают меня сильнее, я становлюсь сильнее. Я их изменить не могу. Ну, становлюсь від цього сильним. Я благодарен, що вони з'являються у мене в життєвому путі. Після збірної Селезньов повертається у Акхісар. Там скоро Ліга Європи. У суперниках – Севілья, бельгійські стандарти, Краснодар. Хто знає, якщо українець і там назабиває, може буде ще одна пропозиція по ньому, від якої нинішній клуб уже точно не відмовиться.